кандиль орловский, у него такая вытянутая форма плода, как у кандилей. Но на самом деле она не просто так, у него такая форма. Я думаю, что он имеет родство с сортом или синап орловский, или северный синап, сорт иммунный к парше, урожайный достаточно, яблоки красивые, симпатичные. По вкусу тоже интересные, но с дерева их лучше не пробовать, с дерева они еще не очень такие. Когда полежат где-то недельки 2-3, месяцок, они становятся такие приятные, у них появляется сильный такой аромат. Когда они в подвале лежат, начинают пахнуть весь подвал просто в этом запахе яблок. Вот это такое необычное яблоко, это сорт Дарунок, как слива, как еще что-то, какое-то круглое яблоко. У этого сорта нежная такая кисло-сладкая мякоть. Но эти яблоки похожи больше на наши такие российские. То есть вкус интересный. Давайте вот это яблоко посмотрим, да, что это такое. Это сорт Памяти Симакина. Яблоки сами по себе очень симпатичные. Память Симакина — вкусное яблоко. Ну, слегка, может быть, не хватает сахара. А так, в принципе, идеальный баланс. Давайте посмотрим, что я хотел посмотреть. Вот я хочу вам рассказать про сорт такой, как Red Free. Вот так выглядит яблоко этого сорта. И это, наверное, идеал по балансу кислоты и сахара. Это вкус просто идеальный у этого сорта. Я хочу вам обратить внимание ваше, то, что вот Болотовское, да, это зимний сорт считается. Red Free – это летний сорт. Сейчас уже на 1 ноября чувствуется, что уже все как бы оно отходит. Но приблизительно на одном же уровне, вот структура мякоти по картофельности, так бы сказал, у них похоже уже у Болотовского и у Red Free. Но Red Free, я хочу вам сказать, очень на пятерочку вкус у этого сорта. Он иммунный. Дальше у нас сорт, такие вот красивые яблочки, шафран саратовский. Такая вот желтая мякоть у него, благородное яблоко, хороший вкус, интересный. Вообще этот сорт шафран саратовский очень урожайный и хороший сорт, хороший вкус, внешний вид у него хороший на пятерочку. Это у нас и Уэлси, такой североамериканский старинный сорт. От Уэлси, кстати, получен сорт Рождественская, вот этот вот Уэлси и Рождественская. Уэлси у нас обычный сорт, поражается паршой. Мякоть у него такая нежная, достаточно вкусное яблоко. Но, конечно, Рождественское, оно будет интереснее, лучше, потому что Рождественское иммунное к парше, гораздо крупнее. Давайте мы его сейчас разрежем, посмотрим. Этот сорт триплоидный, кстати. У триплоидного сорта стерильная пыльца, то есть он не может опылять другие сорта. Но зато более крупные яблоки. Друзья, Рождественское очень вкусное яблоко, сочная такая нежная мякоть. Очень приятная, сладкая, ощущается сладость. Сами яблоки крупные, иммунные, зимостойкие сорты. И, в принципе, Рождественское, да, это очень хороший сорт. Я считаю, что обязательно нужно сажать его. Единственное, что долго лежать, наверное, они не будут. И этот сорт еще осыпается. Осыпается в этом году, он посыпался, я даже не успел его снять вовремя. Это сорт Памяти Нестерова, тоже мичуринский сорт, CGL. Вот такие яблочки похожи на Golden. Ну, на самом деле, они больше похожи, может быть, на сорт Гала, от которого он получен, этот сорт. Видим, что парша есть на этом сорте, пробивает. Вот такая мякоть у него, желтоватая тоже. Такой вкус, в сторону, наверное, больше сладости. Возможно, чуть-чуть не хватает сахарку, может быть, год такой был. Но в целом Памяти Нестерова вкус хороший. Еще у нас тут есть сорт такой Надзейный. Надзейный отличается тем, что этот сорт обладает партенокарпией, по-моему, так это говорится. То есть этот сорт самоопыляемый, он сам себя опыляет или закладывает даже, завязывает плоды без опыления. Вот такие яблоки, они обычно зеленые, но иногда бывают с красным таким, с красной поверхностной краской. Мякоть у этого сорта сочная, кисло-сладкая. Кстати, говорят, что надзейное кисловатое. Нет, оно не кисловатое, оно у него очень сбалансированный, хороший вкус. Обалденное яблоко, надзейное. Вместе с Рождественским, да, вот это очень близко к Рождественскому по вкусу. Немного, может быть, больше кислоты, но эта кислота такая приятная. Я считаю, что Надзейный очень хороший сорт. Имонт, видите, он такой дубовый-дубовый. Ну, такая грубая мякоть, сочная, хрустящая, сладкая. Вкус хороший, но очень грубоватый этот имонт. Вообще, меня часто спрашивают, а почему вы выращиваете белорусские сорта? Просто самые лучшие сорта, самые
хорошие, урожайные, устойчивые сорта мы выращиваем, потому что самое лучшее должно расти на ваших участках из того, что в нашем регионе можно выращивать. Это у нас сорт «Маяк Загорья». «Маяк Загорья» получен в Институте плодоводства Бирюлёва. СТИСП. У него как бы неплохой такой вкус, мякоть хрустящая, винный какой-то аромат сильный. «Маяк Загорья» есть можно, но так без особого энтузиазма. Вот это интересное яблоко, такое черное-черное, это память Коваленко. Коваленко очень был продуктивный, так сказать, селекционер, очень много работал, отдавался полностью своей работе и вывел много сортов. И вот в память этого селекционера Коваленко назвали этот сорт. Хорошо хранятся эти яблоки, очень у них богатый вкус, кисло-сладкий. На вкус отличное яблоко, прям сладость такая чувствуется. Внешний вид на пятерочку, сорт иммунный к парше. А чем больше сортов на участке, тем лучше. Всегда можно попробовать одно яблоко, второе, третье и таким образом разнообразить свой рацион. Этот сорт называется «Легенда». «Легенда» тоже из Бирюлёва, как и «Маяк Загорья». Но у «Легенды» вкус такой приличный, я вам скажу. Интересное яблоко, видите, до 1 ноября долежало. Но дальше уже так будет проблематично сохранить его. Вкус очень сбалансированный, кисло-сладкий, мякоть сочная. Интересный сорт «Легенда». И обязательно надо будет выращивать саженцы этого сорта. Вот, это сорт «Топаз». У «Топаза» сочная, хрустящая мякоть. Сочное яблоко, кисло-сладкое. Кислинка такая хорошая ощущается. Я думаю, что храниться эти яблоки будут достаточно долго. И у нас осталось последнее яблоко, вот такое вот красивое. Вот такое яблоко, это сорт памяти Ульянищева. Ну, мякоть такая сочная, мелкозернистая, кисло-сладкого вкуса. Отличное яблоко, сладкое. Для любителей вкусных яблок, красивых, это вот этот сорт очень подойдет. Итак, друзья, вот мы и провели весь обзор. В целом, что я хотел бы выделить, как бы, самые такие, самые вкусные сорта. И хочу сказать, что самого-самого вкусного сорта не бывает. Все сорта по-своему хороши, каждый чем-то выделяется, у каждого есть своя изюминка. И, в принципе, все сорта вкусные. Ставьте лайки нашему видео, чтобы у нас был некоторый стимул для того, чтобы мы выкладывали новые видео. И обязательно про память Ульянищева выложу видео. Там очень интересно дерево рассмотрено. Так что так, друзья, большой выбор сортов. Все сорта очень вкусные, интересные. Выбирайте, пожалуйста, сажайте на своих участках. В настоящее время можно получать хорошие урожаи чистых, здоровых яблок. Я думаю, что большинство сортов, которые здесь представлены, вам тоже понравятся. Выбирайте, заходите на наш сайт, и все саженцы мы выращиваем для вас, чтобы вы получали максимальный урожай вкусных, замечательных плодов на своем участке. Всем пока, спасибо большое за лайки.